Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и это вторая часть распаковки VIP новинок 16 каталога, заказ по 15, много всего интересного, итак, поехали. Давайте начнем с новых детских вкусняшек. Здесь у нас два геля для душа и один шампунь. Я так люблю вот такие яркие цвета, так красиво на самом деле. Так, первый линейка, вся, кстати, 3+, это Lovely Moments. Первый гель для душа у нас с вами в артикуле зелененький 2967. Кокосовая мечта. Ярко-зеленый, казалось бы, должно быть яблочко или киви, или что-то такое. Но это действительно кокос. С примесью какой-то немножечко фруктовый. Очень приятная одушка, прям нравится. Так, дальше, следующий. Надо, хочешь понюхать, держи. Следующий у нас с вами Bubble Gum. Артикул 2968. Кому важны составы, знаю, там у кого-то дети, может быть, атопики, аллергики, да? Можете нажать на паузу, почитать. Bubble Gum. Действительно, Bubble Gum. Прям жвачка. Такая яркая, сочная, как будто тоже с какими-то фруктиками. Вот яркая, яркая, сочная. Держи. И следующий продукт. Это у нас с вами шампунь-бальзам. Два в одном. Артикул 3280. У нас каким он ароматом? Мармеладный микс. Он уже такой непрозрачный. Ой, действительно, мармеладки с легкой кислинкой. Очень приятная душка. Очень приятная. Прям классная-классная. Так, давайте теперь пройдемся по падам. У нас выходят новинки. Ну, новинки, скорее всего, потому что я не видела D3 плюс К2 в молекулярных БАДах. Поэтому я думаю, это новинки. Артикул 158.09, но они были в разделе для VIP-новинок. Так, кстати, много было БАДов. Да, смотрите, производство уже 9 месяц 23 года. Это новинки, действительно. D3 сразу плюс К2. Очень классный вообще состав в хорошей дозировке. Вот даже если взять, сейчас возьму витамин HD3. Сколько здесь его в одной капсуле? Ка у меня нету. Так, у нас здесь 2000 с вами, да, Фаберлик. А тут у нас D3 в одной капсуле 1000. И витамина К, а это процент, подождите, содержание 2000. 2000, да, так же, как и здесь, содержание 2000. Но мы пьем, значит, взрослым по одной капсуле один раз в день во время еды. В общем, здесь 2000 D3. Я знаю, многим это важно, кто-то пьет по 5. И витамин К 2 у нас с вами 100. Вот такая вот дозировка. Я думала, почему тут побольше, но нет. Давайте посмотрим, как выглядят. Также запечатано, что даже не порвешь. Предыдущие упаковочки можно было порвать, а тут прям нет. Так, смотрим. О, вот такие вот они. Как витамин D3 Фаберлик, слушайте. Я прям сейчас сравню. Я прям сейчас сравню. Отличаются? Нет. Так, это молекулярный, это Фаберлик. Фаберлик, мне кажется, немножко поярче просто. Капсулка это немножко вытянутей. Но отличаются, ладно. Отличаются. И плюс еще К2. Это очень хорошо. Будем пропивать. Без витамина D3 нам сейчас никуда, потому что все, солнца нет, оно нас покинуло. Так, дальше взяла детский витамин D3. Артикул тоже надо. И крестюшки уже по одной даю. 157,78. Она, кстати, эту рыбку нормально разжевывает. Ребенку 2,5 года вообще. И оболочку потом выплевывает. Все отлично. Себе взяла еще витамины группы В. На зиму тоже пропить. Артикул 158.04. Отличная вещь. Так, дальше интимка. Это у нас с вами обычное средство для интимной гигиены. Не гель, а именно вот средство. 16.40. Мне гель не нравится, он мне немножко сушит. А вот это средство на ура, самое мое любимое. По VIP-программе что взяла? Взяла два продукта. Это пластины для стирки, потому что люблю, потому что классный формат, очень удобно, занимают мало места, не надо как порошок куда-то пересыпать, и отстирываю тоже на ура, очень люблю. Когда стираю темную одежду, или ну совсем такую вот просто освежить, половину пластины рву, прямо кладу. Можно разрезать заранее ножницами. Когда есть пятна, целиком, и все отлично. 308.43 артикул. И первый раз беру, я их по очереди беру, вот как раз один еще не пробовала. Это парфюм для стирки в гранулах. Я им стираю постельное белье, полотенце, различные чехлы, шторы. 308.47 артикул. И действительно заметила, что аромат, когда достаешь белье из шкафа и застилаешь, есть. Первый день-два так точно. Ну, даже несколько дней, нет, чего уж там. Он есть. Вот на сухом белье его не чувствую, а потом, когда застилаешь, ложишься, я его чувствую. Здесь уже такие вот сиренево-голубенькие гранулы. И подушки здесь какие-то вкусные ягодки, слушайте, сладкие. Сладкие, вкусные ягодки. Вот какая-то одна ягода все перебивает. А я не могу понять, какая.
Ну и плюс парфюмерная какая-то одушка. Слушайте, а мне нравится. Черника. Черника, голубика. Вот что-то... Ну, классный. Нет, красивый аромат, красивый. В то же время он какой-то такой немножко теплый, обволакивающий, красивый. Вот потестирую, посмотрю, как он будет на белье и скажу. Пока, если выбирать из желтого и зеленого, мне больше нравится зеленый. Там с кислинкой. Он прям такой интересный. Так, у нас новинки для детей выходят. Девчонки, смотрите, в какой коробочке пришло колечко. 58-23 артикул. Много новинок для детей. Оно вот здесь вот так прям приклеено. Будет еще розовое. Пока было для випов, когда я заказывала, доступно только голубое. Оно прям маленькое. Мне кажется, это больше для Крис. Ксюшке, наверное, не налезет. Здесь вот такая вот кошечка. Кошечка, этикеточка и вот такое вот колечко. На, пока попробуй, котел. Так, дальше. Вот такая вот таблетница у нас с вами появляется. Интересный, кстати, красивый дизайн. Она такая вот как в крапинку. Артикул. Органайзер для таблеток. 910-497 размеры. Всю информацию вам показываю. Открываем. Так. Ой, какая она приятная, тактильно. И замочек-то какой классный. Смотрите, в крапинку она такая... Чуть посветлее, чем вам ее показывает камера. Мне камера почему-то делает ярче. Смотрите, вот здесь такой силикон, просиликонено. То есть полная герметичность абсолютно. Даже если, мне кажется, вот так она в воду упадет, то здесь никуда водичка не зальется. То есть куда-то вот с собой брать вполне. О, смотрите, вынимаются вот эти штучки. Здесь три деления. То есть на день себе разложить можно. Можно даже на два. Сделали бы лучше вот так вот 6. Достаточно вместительная. Достаточно вместительная, прикольная. Пригодится. Классно. Так, дальше поехали. Выходит у нас с вами новый вот такой гель для тела с ядом гадюки. Кстати, он гораздо меньше, чем вот у нас, допустим, аргинин. Здесь 50 миллилитров всего. Артикул 1359. Он от различных, по-моему, у нас с вами ушибов, эластичность, тонус, упругость даже. Для ухода за кожей тела. В общем, в аннотации там много способов различных применения. Приходит зафольгирован. И давайте посмотрим. О, такой прозрачный гель. На коже тает. Аромат практически никакого нет. Еле уловимый какой-то. Практически ничего не чувствую. Сейчас посмотрим по ощущениям, что будет. Будет покалывать, не покалывать. Интересно очень. Так, дальше. Вот такие вот три арома-саше. Как они правильно называются? Да? Ароматическое саше для ароматизации помещений. Три штучки с разными вкусами. Линейка Lava Le Moments. Очень интересные. Кофе, роза, флорал. Что такое флорал? Сейчас посмотрим. Они, кстати, он там все сыпятся. Так, роза, артикул 302-82. Кофе 302-84. И флорал цветочный 302-86. Давайте смотреть. Пока вместе, где гель, немножечко греет. Покалывания не чувствую. Вот так они в пакетике, эти цветочки прям так осыпаются. Тоже на подарочки, слушайте, очень красиво. Прям вот очень красиво. Здесь веревочка. Ой, все сыпется. Все сыпется. Веревочка. Это такой, как будто воск, мыло, не знаю. Как мыльца, слушайте. Как мыльца. Смотрите, какая красота. Ой, какая приятная душка. Ой, какая классная. Очень насыщенная. Цветочка васильком пахнет. Очень пахнет васильком. И это, по ходу дела, он и есть. Я так давно этот аромат нигде не слышала. Это действительно василек. Потрясающая тушка. Слушайте, мне очень нравится. Посмотрим, как долго будет держаться. Я прям вот сейчас, сегодня, вот этот вот голубенький повешу в шкаф. Так, давайте кофе смотреть. Кофе куда-нибудь на кухню, полотенчиком. Кофе тоже сыпется. Походу, здесь кофе и какие-то зернышки еще. Смотрите, какой. Вот такой. Понюхаем. Кофе. Прям натуральный такой вкусненький кофе. Даже с легкой горчинкой. Прям вот кофе, кофе и все. И больше ничего не могу сказать даже. Кофе и хорошо. Так, дальше роза. Смотрим. Тоже все сыпется. Надежду, конечно, нехорошо, если будет сыпаться. Наверное, надо в коробочке, что ли, я не знаю, повесить. Вот так вот выглядит. И это роза. И это роза, знаете, прям такая вот... У меня были духи с болгарской розой, и это вот оно. Такая вот болгарская роза. Вот сейчас вот эти все три аромата лежат, и они очень сильно пахнут на всю кухню. Так, еще один бат нашла. Это витамин D3 обычный я взяла еще. Мне мало показалось молекулярного, но правильно. Так, дальше.
Зубная паста Крестюшки Ума 3 плюс с бананом, артикул 2886. Она абсолютно не содержит никакого привкуса мяты. Еще один бальзам зима на подарочке, видимо. Она абсолютно не содержит мяты. Ей это очень нравится, она такое любит. Так, вышел у нас крем для век. Ну, не вышел еще, для випов пока только вышел. А так в следующем каталоге выходит коллаген. Крем для век. Так, и артикул у нас его с вами. Сейчас обязательно его найдем. 1383. Давайте посмотрим. Так, вот такой вот тюбик. В целом мне серия безумно нравится. Кстати, запечатано здесь было прозрачной пленочкой. В целом мне очень нравится серия. Надеюсь, крем для век зайдет. Такой средней, кстати, плотности. Не сразу тает на коже. Все отличненько. Пахнет так же, как вся линейка. Все замечательно. Такой средней плотности, видите, не сразу моментально впитывается, но достаточно быстро. Вот уже буквально 30 секунд. Так, едем дальше. Новая тушь. В следующем ролике, обязательно в следующих роликах будем с вами ее тестировать. Интересная новиночка. Артикул 56763, я так понимаю. Да. Очень интересная тушь. Я прям на нее большие надежды возлагаю. Но посмотрим. Не подойдет, не подойдет. Докрасим как-нибудь. Так. Смотрим, что она из себя представляет. Туго прям выходит. Смотрите, с одной стороны у нас с вами почти нет щетинок, они коротенькие, кисточка силиконовая. Мы будем наносить тушь на ресницы. А вот это уже для прочесывания. Ну, такая интересная. Прям уже не терпится попробовать. Сама тушь очень густая. Прям очень густая. Аромат. У меня вот эти вот сейчас три ароматизатора, арома саше, перебивают все вокруг. Вот все. Особенно кофе выходит на первый план. Так, взяла по рекомендациям девочек из моей структуры. Светланка, привет тебе, если смотришь этот ролик. Парфюм. Не знаю, как он правильно называется, но он уже очень давно Faberlic. И я его не пробовала. Я поняла, что я его не пробовала, и мне очень интересно. Так, артикул 3024. Взяла в объеме 30 мл, потому что вдруг не понравится. Но вот прям Светланка из моей структуры, девочка, она очень хвалила. Ей безумно зашел. Давайте потестируем. Вот так он выглядит. И сейчас на себя попшику, если я после вот этих саше уже что-то почувствую. Ой. Слушайте, он действительно классный. Он мне напоминает что-то. Вот что-то напоминает, а что вспомнить не могу. Вообще, по первым впечатлениям нравится. Нравится. Такой вот действительно аромат, дорого-богато. Интересный, очень интересный. В следующем ролике я его буду носить, я вам обязательно расскажу. Так, у меня здесь еще три коробочки. Прям таких, одна большая. Здесь у меня, по-моему, салатник. И две поменьше. Это что-то детское, наверное. Так, давайте смотреть вот эту. Это салатник малой коллекции «Северное сияние» прошлогодней или даже позапрошлогодней. Артикул 910-315. И он был в распродаже «Остатки сладкие». Я решила взять, потому что я давно на эту коллекцию смотрела, но что-то цены были прям как космос. А сейчас, по-моему, где-то 200 рублей и красота. Так. Ой, он пришел в пупырочке. Вот такая вот мимимишность. Мне так нравится эта расцветочка. Здесь Faberlic, Home. В целом все отлично, не поврежден. Красота прям, мне очень нравится, красиво. Так, едем дальше. В этой коробочке у нас с вами кружка «Дракон желаний», артикул 910-500. Так, две кружки, да, точно, две кружки девчонки у меня. А детская палеточка, да, я не взяла, ее еще не было на тот момент, она появилась позже, поэтому в следующем заказе мы с вами детскую косметику потестируем. Не было ее еще на этот момент. Тоже приходит в пупырочки, и как выглядят кружечки, смотрите. Такая же картинка, как на магните. Вот здесь Faberlic Home, иероглиф какой-то, надо посмотреть, кстати, в интернете, что он значит. Красивая лаконичная кружечка, здесь, наверное, мне кажется, сколько, 150-200 мл. Такая она небольшая. Ой, 350. Что-то я прям это нагнула. 350 миллилитров. Красивая. Рисунок такой, как будто как набивной. Немножко шероховатый. Надеюсь, будет держаться. Красивая кружечка. Одну взяла себе, вторую кому-нибудь подарим. Даже открывать не буду. Но подарочек. А так выполнено все хорошо. Все отлично. Нигде ничего не отколото. Все замечательно. Красиво. Яркая такая, классная, сочная. Прям здорово. Так, ну и все. Разобрали весь заказ. Вот он, собственно говоря, 16-й новогодний каталог, в котором безумное количество новинок. Просто куча. Еще, наверное, такое же количество в следующем заказе будем с вами разбирать. Классный подарок для новичков.
И сейчас, и в следующем каталоге будет. Так что ссылка для регистрации всегда под роликом. Надеюсь, была вам интересна и полезна. Ждите следующих роликов за тестов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.